Уехать из Новочебоксарска в Чебоксары в час пик. Захватывающий квест или экстремальное путешествие? Татьяна Трофимова спросила у самих жителей города, химиков и энергетиков. 7 часов утра. Остановка Дубрава. Немноголюдно. Желающих уехать в Чебоксары одновременно набирается человек 5-8. Постепенно они сменяются. Только одна маршрутка, 332-я, проехала, не останавливаясь. Но местные жители сказали, что нам просто повезло. Час пик каждый день приходится на разное время. Да и вообще, в пятницу меньше народу. А в другие дни уехать сложнее. Человек 15-20, 101 лет даже проскальзывает, бывает. Вот начало недели, на этой неделе было пару раз. Как бы накренившись, тяжело идет. 232-й, но у них мало автобусов. Ну да, надо, конечно, вот в час и пик мы не понимаем, в час и пик надо добавить автобусы. 7:25. На остановке Дом правосудия голосующих больше. И недовольных транспортными перевозками тоже. Нам где-то с 6:30 начинается. Вот с 6:30 до 8:00 практически нереально. На маршрутке редко уезжаю. То есть будни в основном... вообще никак? В будни нет. Но я на маршрутке где-то раз, наверное, один уезжаю максимум. За неделю? Да, за неделю, да. Останавливаются попутные машины, на них добираюсь очень часто. Они просят, сколько не жалко. Вот, вчера я 100 рублей отдал. Очень часто за такую же цену, как на маршрутке. На остановку «Турист» мы пришли к 7:45. Толпы людей не было. Но те, кто стоял, как раз из тех, кто ежедневно не может уехать в Чебоксары. Мы ездим на попутках, стоим, голосуем, потому что ни 331 вообще не останавливаются, приезжают просто мимо. Я уже, наверное, 2 месяца не могу сесть в эту маршрутку и уехать спокойно в этот период времени. Почему не останавливаются? Потому что машин мало. Одной из причин нехватки транспортных средств в последнее время стало то, что перевозчики сорвали часть рейсов, опасаясь административного наказания за отсутствие тахографа, например. Он представляет из себя контрольное устройство для регистрации скорости движения и соблюдения режима труда и отдыха водителя. Также маршрутки не останавливаются из-за проверок на дорогах. Их штрафуют за большее, чем положено, количество людей в салоне. Да и небезопасно это, когда битком набиваются в транспорт. Четырнадцать перевозчиков, около 250 маршруток и автобусов. На сегодня транспорта в сообщении Чебоксара-Новочебоксарск недостаточно. Это ясно всем. Пока пассажиры добираются как получится, по принципу повезет-не повезет. В Минтрансе ведут переговоры с перевозчиками о замене маршруток на более вместительный транспорт. Да, в сообщении Чебоксара-Новочебоксарск сейчас ситуация сложная. Мы практически ежедневно данную ситуацию отслеживаем, мониторим. Поступает ряд предложений. Вот на данный момент на маршруте 101 перевозчик обновил подвижной состав. Сейчас новая техника там катается. И в ближайшее время, думаем, на еще 2 маршрутах будет произведена замена подвижного состава с малого на средний класс, что, я считаю, что улучшит ситуацию в целом. Какие это маршруты? Это 262 и 331. Кроме того, в региональном министерстве заверили, что ограничений по остановкам для междугородних маршруток в Чебоксарах быть просто не может. Для граждан Новочебоксарска и Чебоксара это проблемы не будет. То есть автобусы будут останавливаться на каждой остановке. Остается только надеяться, что ситуацию, которая была проблемной на протяжении нескольких десятилетий, удастся улучшить. Татьяна Трофимова, Бахтияр Белиев, Республика.